Много букв. Привет, ребята, всем привет, всем здорово. Продолжаем, короче, проходить с вами Elden Ring. Я забыл, кстати, посмотреть про эту дверь, честно говоря. Я забыл. Давайте сейчас посмотрим. А, я не смогу войти в эту дверь. Будет стоять хейта. Квесты Ирины и хейты. А я не проходил это. Как, что-то какая-то концовка опять. Фиг на нее. Ну ладно, мы в принципе затащили. Боссов убили, правильно? Ну и все, и как бы, и че, и все. И ладно, и пойдет в целом-то. Я, в принципе, все квесты, которые хотел сделать, по сути своей, я все сделал. Мне вот так вот... Ладно, я так добегу, короче. Мы как бы идем выполнять мейн-квест. А все остальные какие-то квесты там, Ирина, не Ирина. Ирина, блин, зафидела. Хочу, блин, кузнечный камень. Ха, вот это, кстати, тварина меня может скомануть. Стой, 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 стой. Ой. Блин, а за лошадку, прикинь, короче, ничего не дали совсем в целом. Так, может, это наверх вообще? А можно, типа, туда, куда-то. Причем тут конкретно куда-то можно. А, чё, я здесь же был. Изолированная священная башня. Ну, поехали наверх сначала. Ладно. А, вниз вообще. Что-то какая-то жесткая атмосферка здесь. А, ну это вот все. Мы спустились типа снизу. И вот. Большой подъемник Рольда. Квест. Новая лока целая, полноценная. Ну давай посидим здесь и пойдем наверх туда, по ответвлению. Просто опять, видишь, какая-то башня. И это, скорее всего, просто, ну, типа, конец. То есть здесь, типа, ничего не будет больше. Окраины столицы. Скорее всего, здесь просто будет эта башня и все. Поэтому, как бы... Ой-ой-ой, а чё? Что? Это труп... Ужасный близнец. Тихо. Хорошо, красиво. И теперь того. Это, кстати, труп был этого стражника. Если еще. Изи. Убийца знамений Роула. Ну, пойдет. Подожди. А мы кого-то били вообще? У нас руна-то есть? Мы что-то столько этих башен понаоткрывали. А рун... Блин, мне трех еще надо убить людей. Точнее, богов. Столько уже башни нашли. Мы еще подожди, мы еще, кстати, должны, знаешь, что сделать? А ну, раз башня, два башня. Ну и что это? Что за руна? Великая руна Маргота. Что? А Маргот он тоже, что ли? А где она у меня была? Она у меня была, я лутал руну Маргота. Значительно увеличивает макс ОЗ. Ну, либо все характеристики. Да, конечно, все характеристики. Блин, самая лучшая, реально. Короче, самая лучшая, это самая первая руна. Пойдем, ребята, блуждать. Какая-то линейная лока прям. Ой-ой-ой.
О, басяра будет. Родич черного клинка. Слушай, его не подобузить. Тихо, тихо, тихо. Ой-ой-ой. Красиво. Он даже меня кацануть успел. Черный парный клинок горгулии. Ну, такое себе. Ну, типа сложно, да? Типа сложно. А, это подъемник? Вообще ни одного костра не будет? По какой движухе я вообще иду? А если бы я, типа, шел бы по пальцам, то что? В чем был бы прикол, если бы я по пальцам шел? Я бы вообще в этой зоне не был. Мне вот интересно. Интересен момент. Чуть какие-то призрачные ели, призрачные лоси, вообще никого живого нет. О, реально, прикинь, все открылось. Почти. Но еще вот здесь локация, я так понимаю. Это вот что такое? О. Этот драконий чел, кстати, стоит. Finally, вот мы и встретились. Погаша душа, желающая стать повелительницей. Суд был твоим приятелем. А, да. Бляха-муха, что случилось-то? Свою плоть он отдал мне, Шабрири. Надеюсь, ты с ним смиришься. Жизнь прекрасной девушки, бросить ее в беспощадное пламя кузницы. Кто такое сказал? Ради твоей цели, хочется на этого или нет? Но какая слава ждет повелителя, чья корона замарана кровью? Братан, я тут столько всего уже понаделал. Я тут замаранный, перемаранный уже 300 раз. А я, типа, какую девчонку куда скинуть надо? О чем ты вообще? Пощади бедную девушку, бросься в огонь вместо нее. А, с тремя пальцами, подожди, стой, 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 давай-ка еще раз. Это он что-то мне рассказывает, вот. Спустись в глубокое подземелье, что находится под столицей Древа Мэрт. Добейся встречи с тремя пальцами и пламенем ярости. Сожги Древо Мэрт, испепели все границы и различия. Это концовка, походу, кстати. Это, короче, он мне спойлернул, короче, концовку еще одну. Блин, красивый, кстати, мобасик. Такой элегантный, я бы сказал. Только он что-то как-то вообще прям не хотел меня убивать, как будто. И чё? А. Все? И призови медузу. Блять, медузу. Типа прах медузы, что ли? Еще девчонку нужно куда-то отвезти. Где она? Вот, Латена, альбинорка. Ой, они как-то задвоились. Все, теперь у меня медузы не будет? Или будет? Ну, будет, наверное. Это ж просто призвать. Окей, окей, окей.
Клинок изначального блестящего камня. Что? Чары молитвы требуют меньше ОК, максимальное УЗ уменьшается. Ну, такое. Ну, я не ощущаю какого-то, какой-то прям нужды. Я и так себе манабар максимально увеличил, просто чтобы у меня все шикарно по мане было. Да и то я не в одежке, по-моему, вообще же, блядь. Я даже не в одежде этого, блядь, Азула там и так далее. Чтобы у меня как-то тратилось больше мана. Ебать. А, ты жесткий еще, да? Куда? Ну, это, блядь, изи, пиздец. Блять, добить его еще как-то можно. Удивительно. Так ты дали бы хотя бы 1000. Ведь совсем ничего не дали. Печалька. Ну там этот звездопад опять. А я не понял, я реально так быстро истратил звездопад свой. У меня его было Ой, блять, вот это ебать ошибка, сука. А, нет, не ошибка. Чё? Вот это ошибочка, блядь, сука. Что ты шугаешь меня? Да ё-моё. Так, ладно. Короче. Не наглеем. Как? Тихо, блядь. Какая мандавошка противная. Слушай. Здорово. Ну что ты, ебаный. Тихо. Ох, сейчас будет больно. Вау. Она даже Тихею почти завалила, прикинь. Какая жесткая. Прохожу змеевидная костяная катана. Я даже... Хз, что это за катана такая? Блядь, сколько вас здесь? Вы чё, упоротые? А, да, блядь. Глаз зверя подрагивает. Блин, мотивация этих скелетонов просто убивать максимально мизерная, потому что за них ничего не дают. А их дохерища. Че это за бред? Может, я просто упоролся и за них что-то дают? Но нет, было 44 и было 44. А где здесь призыв-то? А, блять, в натуре, прикинь. Давай, бахнем. Ну куда пошел? По квесту куда? Тати. Хаслоу! А чё ты дрочишь меня? Хуя, кабан. Воу! Ой, блядь! А куда денется лодочник-то? Тати. Ну, блядь, давай, нахуй. Я в крысу просто. Вот это зря.
Да что ты, блядь, сука, читерс какой-то. Пизда! Мне пизда. Почему у меня три фляги, не понял, нахуй. Я ж только сдох. Да-да-да-да-да. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Ой, фляга-то закончилась. Фу. Так, смотри, я закончил квест этого вулканического поместья. Кнут, лепесток, хаслоу. Шлем, хаслоу. Ой, давай посмотрим, что за... Опа, блядь, кровотечение. А, ну мудрости нет, видишь, ну и что, это говно? А, не совсем говно. Подожди, на него можно этот... На него можно, короче, какой-то пепел войны бахнуть. И сделать его магическим. Но кровоток-то исчезнет, если... Так, ребята, есть какая-то информация вообще по этому поводу? Кровоток исчезнет, если я пепел войны надену на него? Просто так в целом, если брать, то он хуже, чем мое. По-любому хуже. Потому что магии нет, кровоток такой же. От мудрости не скейлится. У меня, как бы, смотри, скейл от мудрости, причем ебанутый от мудрости скейл. И магии до хрена. Ну, не смотрим, что он вканченный. Да. Ну, слушай, давай попробуем вкачать. Как будто прикольная штука. Так, что по этим движухам? Ну, кстати, нормально. Давай. Блин, прикольный шлем, реально. Какой кайфовый шлем, слушай. Ладно, сейчас лодочника убьем, короче. Пойдем качать движуху. Блять, да ко мне может АФК просто забить на них болт. Ну где, 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 где он? Я не хочу с ними сражаться искренне. О! Тут место для прокачки? В смысле? Фарм ты имеешь в виду или что? Хуя, блядь, лопатой по хребтине ударил. Ой, короче. Блядь, что творят? Блять, что происходит? Вот это печалька. Все. Смотри, сейчас идем, значит, ладно, мы открыли здесь ТП-шку. Идем давать ему корень. Это что получается? 4, 5, 6? Это мы седьмой ему отдаем? Не, ну он еще говорит хочет. Еще хочет. Ну ладно. Найдем, пойди. Пойди найдем. Я не знаю, что такое One Piece. Как бы. А, так это сюжетка? Блять, это сюжетка, прикинь. А, так мне сюда и надо, типа, что ли? Нихуя. Так это мы к сюжету пришли, прикинь. Ёпта, что за анимация? Ну это вообще, блядь, забей нахуй. Ну ты-то, конечно, блядь, льдом тоже пиздишь. Да я в ахуе. Великое сердце, холодное сердце, соло, сдайся на волю затмения, даруй жизнь бездушной груди костей.
Какой-то грибник чисто. Шатель затмения. Это какая-то, кстати, прям жесткая штука. Ебать, ты меня спалил, серьезно? Ну я посмотрю. Изогнутый рубящий меч. Святая. Ой, блядь. А чё святая? А, вера. Да нахуй не надо. Не-не-не-не-не, мужик, блядь. Отъебись. И что вы мне хотите сказать? Что в этой крепости какой-то полубог обитает? Раз тут сюжетка. Показываю, как правильно заходить в хату. Командир Найл. Так, блядь! Командир говна. Воу! Блядь, алло, Тихея, а ты чё? Помогай нахуй, блядь! Тихо-тихо-тихо. Ой-ой-ой-ой-ой. Но мы с ним сражались, блядь. Это неинтересно. Это разве... Ой! Охуеть. Нормально. На парашу не сяду. Протез ветерана. Так и чё? Это какая-то сюжетка это? Как-то странно. Ну ладно. Тайный медальон святого древа левая. А! Альбинорка. А! Что, блядь? И включите подъемник Рольда. Подожди. Мне почти в самом начале Локи, да, ну типа там в этой деревне Альбиноров, да, дали часть медальона. И нужно, типа я дал ее вот этой девчонке, она пошла со мной на подъемник. Потом мне главное, мне дали медальон Рольда, чтобы я активировал подъемник Рольда. Я пошел туда, типа и к кузне надо было ее выпустить. И я нашел вторую часть, чтобы что, блядь? Опять Рольда? Так я же уже прошел этот подъемник Рольда. Мне его дали целиковый, сразу ведь. И мне дали после Святого Древа еще кусочек, чтобы включить подъемник Рольда. Получив левую часть медальона, нужно в нижней части локации большой подъемник Рольда переключить действие с поднять на поднять тайный медальон. После чего персонаж поднимется в секретную локацию, тайный путь к святому древу. А, нихуя себе, честно говоря. Так, чё, на этом озере босяра будет по-любому? Ну, по-любому будет. Сейчас дракон прилетит, смотри. Какая-нибудь адула ебаная. Просто прикол в том, что... Не, ну эта зона не может быть просто зоной. Ну я думал хотя бы один. Да, Борис, леденящий туман. Я нихуя не вижу, блядь, это дракон? Да, дракон, блядь. А, это тот Борис! Который в начале Локи был, или чё? Ой. Да что ты нахуй разорался? А куда я выбрал сейчас цель? Охуеть. Ладно.
Да, блядь. Так, ладно, нормально, нормально. А что я? Почему, блядь? Сейчас я почему сейчас заледенел? Немножко не вдуплил. Сейчас разворот. Ага. Прочухали движуху. А я хуй я его вообще. Все, красиво. Сотка. Ну я гений просто. Я, ребята, просто гений. Мы Годфри убили, ну или духа его убили. Да ведь? Так. We're almost there. The flame of ruin lies just ahead. I'm glad it was you. I must tender my thanks to Tom. Thank you. Please continue to lend your aid. Подожди. Так это кузня, что ли, наверху? Так это кузня уже. А как кузня-то так? Да ладно, это же не конец игры. Так а что, реально конец игры? А как так-то? О, босяра. Изичный по-любому. Ну да, я что-то думаю, что весь вот здесь, блядь, зона, вот здесь зона. А меня уже там что-то ковать это, сердце. Так она говорит, пиздец, что-то там ковать, сердце там, эту тёлку туда, видимо, в этот качан надо скинуть. Несчастную. Профессора Элден Ринга, вы мне объясните. А мне что надо вот эту, блядь, тёлку туда в котел в этот заструячить или что? Что-то мне так меня склоняют к этому, я не понимаю, мне надо, не надо вообще. Я не определившийся. Ах ты, блядь, ну давай. Ой, а как у меня так стамина-то закончилась, интересно. Ага. Да блять, а как ты так? Вот и все. Минус Вика. Самая беда, я просто не улавливаю вообще, как, ну, типа. О! Полностью, кстати, открылась. А драконы где? А, вот здесь, походу. Вот это, походу, Лока с дракичами. Но она, кстати, выглядит как данж в Вовке, типа. Реально, как в Вовке, короче, выглядит прям. Так, хорошо, то есть вот эта маленькая такая зона. Здесь пробежать, и вот эта вот хуйня. Что-то, кстати, я не видел таких великанов прям. Какие-то жесткие. А, нет, таких-то видел. Ух ты, какой ты, блядь. Интересно. Но он как типа остальные великаны, но чуть-чуть. Чуть-чуть помобильнее. О, нифига! Рестлинг. А, не, я думал, это два великана дерутся. А это птички. Ох, как меня бесят эти птицы. Кто-то кого-то вальнет вообще? Нет? О, да. Верю, верю, верю. 190.
10-20, верю. Я верю. Почему здесь не на лошади надо? Блять, секира опять какая-то ебаная. Ух ты, блять. Это что такое? Ладно. Опа, реки крови. Это что такое? Бля, серьезно? То есть здесь магия, физика, здесь колдовство и кровоток 30 единиц. Ну, слабо. Ебать. Сглазил. Чё, интересно, это боссик будет или просто, типа, великан здоровенный? Ну да, боссик, блядь. Ладно. Тихо ты нахуй, блядь. О, нифига, а он жесткий. Блять, ты подожди. Ой, Боба. Ой, давай вторую, наверное, да, наверное, это разбить или что? Блять, это его кость. Ты что собрался там мучить? Ай-яй-яй, вот это плохо. Чё, блядь, вытворяет там? Ну так, изи, короче. О, блядь. Ну, нифига, вот. И жопа. А что-то вот эта штука не сбривается вообще. Та-да-та-та-да. О, я ему ногу сломал. Какая жалость. Та-ра-та-та. Та-та-ра-та-та. И чё? Кошмар какой-то, блядь. И чё? Ам-ням? Или ням-ням? Что происходит? Здорово. Ты нахуй, блядь. Ой-ой-ой-ой-ой! Аре! Я не понял прикола сейчас вообще. Блин, ну я почти убил его. Да что ты хочешь-то вообще? Вот и все. Так, ладно, он, короче, что-то тут поджигает, поэтому мы просто, наверное, вот так вот, да?
Ну да, в целом. Так, давай попьем. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Так, не, не надо его, короче, выбирать. Пошел, 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 пошел. Блин, ну даже это какое-то просто избиение великана. Даже дракичи сложнее. Реально. Бля, вот Радан, Радан был сложный. Вот Радан прям вообще, да. Круче Радана пока никого не было. Но это тоже прикольно. Так, блядь, он там у кого себя, не? Сто 180. Ну, это чина, чина. Радана еще пока никто не переплюнул в эпичности. А, ну и все здесь, типа, ничего нет дальше. Короче, в каждом Dark Souls'е, ну, для меня лично, я не знаю, там, у кого как, кто-то скажет, о, блядь, а ты рак ебаный, короче, там все изи вообще. Еще и за мага играешь, блядь. А так, в целом, для меня лично в каждом Dark Souls'е есть как минимум один босс, который прям... с которого я охреневаю, скажем так. В первом Dark Souls'е это был Манус. Меня прям вот, если вот прям ни за какие ковришки я бы не стал его проходить еще раз. Меня прям до дрожи, блядь, с этим Манусом ебаным. До сих пор трясет. Блин, во втором Dark Souls я не помню. У меня, короче, второй и третий Dark Souls, честно говоря, смешались в один. И я вот не помню. Ну, такой, короче, босс был и во втором Dark Souls, и в третьем. Ну, надо будет посмотреть просто боссиков, так вспомнить. В Секиро, допустим, это был какой-то зверь. Зверь просто конченый тоже. Я прям... Я ведь его так и не победил. Ну, в смысле, как я его победил? Ну, я его умом победил, а не... О чем не ку как? Просто вот так? Чё, блядь? А, и летающий этот коломет, блядь. Вот коломет. Коломет. Коломет вообще конченый. Вот, точно, точно. Там тоже прям вообще все исхищрения были, вот, которые могли быть. Я, по-моему, полстрима его убивал. Если не, вообще не весь стрим. Так, здрасте мне, блядь, а как спуститься-то? А мне что-то надо сделать здесь? А, у костра сесть? Ладно. А. А там что-то и виноградинку какую-то надо дать или что? I have long observed the lands between this and death. Are you prepared to commit a cardinal sin? Very well. Let my hand rest. То есть она мне, то есть чтобы спасти мир и стать властителем, мне нужно совершить неискупимый грех. Да. Подожди, она меня усыпила, чтобы я этого не видел? Но это она сама делает? Блять, ну красиво. Красиво. Покажи мне любовь. Техника призыва. Блин, какая красивая девочка. Блин, а мы ее сжигаем, елки-палки. Ну, она сама себя сжигает, на самом деле. А, она же древо сжигает, я что-то вообще забыл. Мы же древо сжигаем, точно. Прикинь, забыл реально. Совсем из головы вылетело, что я делаю.
for the sake of the new lord. А я почему сплю? Какая? А вот у нее глаза нет. Ей типа глаз какой-то дать надо или что? Музыка прям в тему, кстати, играет. Эпичненько. Прям Dead Inside какой-то. Dead Inside сцена. Goodbye. Короче, глаз мы ей не дали, да? А она и не просила. А я не мог предложить ей этого. Вот это твист. Ну вот, блин, надежда в этой локации есть надежда, что эта локация прям жесткая. Хаб должен измениться. Но дерево не горит, кстати. Я что-то не понял, блядь. Эти глаза. Мы ж так ничего и не отдали. Ой, ладно, короче. Че, уже 4:20, стримчанский идет. Всем, ребята, большое спасибо за просмотр, так сказать. Спасибо за активность в чатике. Буду заканчивать. Не знаю, будет завтра стрим или не будет. Мы вообще хотели завтра подрубить, короче, этот... как он называется? Мы хотели завтра, короче, подрубить Little Company, но там Ванек заболел. И Леха не может, короче. Поэтому стримчан... Я подумаю, короче, может завтра подрублю... Ну, также Souls... Ладно, все, ребят. Всем пока.